вони за мною йдуть. Паскачі, блядь, заберуть, на куски порежуть, да? Пішов? Только що, блядь, два рази ти чуть не забрали. Ти що, єбанутий, блядь? Блядь, охуєнно було б, якщо б тебе різанули б, блядь, да? Смішно було б, блядь. Да я тобі пачку нахуй. Поїхав. От так би, блядь, і поїхав би в ліс, блядь, друг. Йдемо на. Давай, блядь, посидиш, отдихнеш, да нормально вже з утра підеш, блядь. Я тебе не хочу. Ой, блядь. Чо? Как культурный человек, да. Ну, сейчас, блядь, пройдемся, чтобы, блядь, хачів не было, блядь. Пойми, тут еще могут, а там уже людей дохуя, понимаешь? Сейчас уже я видел, там движуха нормальная. Та хуй їх знає. Чуєш? Як хоч тебе звати? Кирил. А? Кирил. Да. Кирил, блин. Дружище, блин. Будь осторожен, блядь. Ну його нахуй. Добре. Ты выкупаешь, да, что мы тебя два раза от хачей спасли? Ну хотя бы, ну вообще понимаешь? Есть понимание? Что ты мог два раза уже за сегодня уехать на лес? Вот, денег ты это своих не дал. Что там? Что? У тебя? Ну вроде все, блядь. Хуй знает. Он за денег. Что? За тенисы тоже зашли. Кого? Говорится, за тенисы. Тягните, затягните какие-то проблемы. Ну, ну сколько, ты ж брат мой. Из-за технических проблем? Ты ж брат мой. Ну, ты, ваше, брат, идем, оно поспишь, брат. Где-то на шпуль на 8 ДПР. Ну, два телефона, блядь. Ну все, блядь, один. Все при тобі, так что давай. А в другом что кармане? Пропуск. Пропуск? Ёб твою мать. Так ми могли узнати. А ти хоч не тут, не йди, не робиш, блядь, звичайно. Ну що? Так.